Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Мы приехали в кино на мастера Маргариту. На прошлые выходные ходили «Конец славы» с деревянкой. А сейчас, в общем-то, на мастера Маргариту решили сходить. Настя у нас, наверное, пустила вообще все кино. Она была и на... Вот с нами «Конец славы». Потом, как там вторая часть, Анна на холопе была, и вот этот про воду, тоже Аквамен она тоже была, но сегодня она занята, так быстрее поехала, в общем, не поехала, то я, Максим, так что ждем начала, купили билеты на последний ряд, ну тут только 10 рядов получается, вот. Поэтому скоро будет фильм. Ну что, мы уже дома. Мне кино понравилось, вот. Так что сходили с огромным удовольствием. Были еще в магазине, аккуратно доставая все. Сейчас будем с вами смотреть там что-то продуктовые покупки. Тут Максима подарок в коробке от мамы. Его Он сказал, в общем-то, сейчас откроем, с вами посмотрим, еще не видели, сейчас все посмотрим. Ой. Так, вот такая вот коробка, мне доверили открывать одной рукой, а раз, упаковочка подарка. Помоги мне. Что-то как-то ножик аккуратно. Я вот тут еще открыла. Ага. А может, нельзя переворачивать? Ой! Ух ты! Ух ты, это надо соврать. Это такие весы. Расправить все. Еще не подмышка-то у нее. Подожди, это богиня Фемида. С завязанными глазами. Почему подмышку? Вот так их надо сделать. Просто все тут расправить, и они будут висеть хорошо. Вот такая вот богиня. Что тут у нас еще? Огурчики, баночка. Потом, что у нас еще тут? Холодец. Холодец. Так. Сейчас заехали, еще гречку взяли. Кофе вкусное. Лаваза. Лепешку, Олег, хочу. Отяшивать телячьи. Так, это тут чипсы. Это колбаска. И пельмени. И все остальное. Вот так вот там. Все серьезно. Друзья, мы с вами в легкоатлетическом манеже. Вечером. 8:00 вечера. И мы решили побегать. Ну, не я, конечно, решила побегать. Ну, вообще, спорт это все, вы понимаете. Сейчас разминочка, бег. И такая вот тут дистанция. Там баскетбол играют. Волейбол. Кто чем? Занят. Ой, а я вообще на диванчике бы полежала, честно скажу. Что-то перемешек навернула.
Отлично себя чувствую. Это, знаете, приятная зевота и все остальное, когда ты поел. Но не тут-то было, не тут-то было, друзья. Охота хуже неволи. Вот. И, в общем, меня привлекает, а я привлекаю вас. Так что поднимаемся со своих диванов, кресел, составляем мне компанию. Ну, не мне же одной, вот, ну, как бы вы думали, вот это все, все прелести жизни. И вы давайте тоже стимулируйтесь. Хотите, не хотите, вы поднимаетесь. И там что-нибудь делайте, ну, что-нибудь делайте активно там. Хотя бы кулачками, пальчиками. Ну, как-то надо, оказывается. То лимфа застаивается, лимфатическая система. Скоро лето, пляжный сезон и все остальное. Ой, смотрю, пельмешки хорошо пошли. Мне почему-то зевать хочется, а не бегать, Максим. Вот, ой, у стеночки постою. Ну, как-то так. Я уже бегала, сколько вам говорила? 8 кругов. Но с большим тут создавшимся перерывом. Так, значит, один круг это 200 метров. Ну вот как пойдет дело. Как пойдет? Я сегодня даже не взяла часы, чтобы пульс что-то он не измерял, там что-то показывал, сердцебиение. В общем, как-то не знаю даже, как дело пойдет. Буду не торопиться вообще никуда, наслаждаться. В общем, нужно бежать в том ритме, когда вы можете разговаривать с собеседником. Вот это вот такая вот приятная кардионагрузка. Если вы, в общем-то, убыстряетесь, быстрее бежите, вы уже говорить не можете, вы уже задыхаетесь, сердцебиение учащается и все остальное, в общем-то, побочка от всего этого дела неприятная получается. И все, и потом уже язык на плечо и как-то так печаль. Так что я сейчас буду разминаться, вы уже там, наверное, на согреве, да, я чувствую, пошла энергия прям. В общем, будем бегать без насилия над собой. Максим бегает 25 кругов, но я нет. Мне и думаю, что сегодня будет 5 достаточно. Надо, в общем, согнать какие-то лишние килограммчики, которые наелись, появились. Надо как-то их согнать немножко, разогнать. Или хотя бы в мышцы, чтобы, знаете, так приятно все смотрелось. А вот там, куда-нибудь, чтобы это ушло в нужное место. Вот как-то так планы у меня, по крайней мере. Ну ладно, в общем, начинаем разогреваться и заниматься бегом. Ну что, 8 кругов. Результат сегодняшний, в общем-то, забега. 2×8 = 16. В общем, километр 600 метров, да? Вот как-то так. В общем, результатом я своим довольна сегодня. В общем, наеденные пельмешки и чипсы. Все, калории сожгла. Ну, за чипсы точно, пельмешки не уверена. Ну, наверное. Ну, как-то так. Такая что-то приятная усталость в голове. В других частях тела что-то пока ничего, а вот в голове какая-то усталость есть однозначно. Но результатом своим, в общем-то, я довольна. Друзья.
друзья, не прошло и года, забрала я с ремонта свои, значит, бусы с топазами, вот в такой вот форме льдинок. У меня был этот замочек сломался. Вот такие вот бусики. И знаете, что я купила? Сейчас вам покажу. Купила я... Ох, не уронить бы. Как вам показать? Смотрите, какую брошь. Красиво. Вот так, наверное, будет видно. Вот такую вот брошь купила. Очень красиво. Красота в виде такого ордена. Очень довольна покупкой. Вот такую себе приятность сделала. Красивая. Так, у меня был сегодня аутфит. Ездила, ой, по делам. Тут у меня на подарочек надела кулон. Вот такой вот. Такой вы еще подарочек не видели, но в ближайшее время увидите. Увидите. Благодарю, спасибо. Очень к душе пришелся мне этот чокер от Натальи. Вообще красота. И одела букву Н. Смотрится прям отлично. Даже если что-то такое открытое, если даже так можно комбинировать на теле. А, вообще красота и орден, и звезда во лбу горит. Ну, я шучу. Ну, прям, Настя говорит, как хорошо смотрится под эту кофточку, которую купила в этом году. И Настя, и у Насти такая, у меня такая, в общем, красиво, красиво, довольна покупкой. Вот. Ну что, я еще забежала в магазин, купила кашу овсяную без варки ассорти, и вот такое ассорти, только это ассорти, а это с молоком. И вкусы у них тут разные, тут яблоко, абрикос, тут лесные ягоды, а тут клубник, черник, персик. Так, потом я взяла колбаску Антарктик Криль, смазать хлебцы хрустящие с луком, сыр взяла, майонез с лимонным соком, рис, гречку. Ой, чуть раз не уронила. Кетчуп Махеев. Так, этого я взяла премиум башкирский мед на подарочек. Один из подарочков в посылочку. Так, это купила мандарины. Это я взяла изюм. Так, батон. Красные яблоки. Доктор Кёрнер хлебцы хрустящие, карамельные. И макароны. Вроде все, да. Все с вами разобрали, молодцы. Опять начала. Шаня. Тихо.
Все? Концерт окончен? Ты еще и на одной лапе передней стоишь? А че это ты? Ну все, сегодня концерт короткий. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.